Добрый вечер. Мы находимся уже у себя на участке. Приехали, как освободились. Постараемся зашить вот эту вот сторону. Отмерять сюда горизонтальные направляшки, брусочки. У нас еще, получается, осталось 2 гипсокартона. Станут они сюда и сюда. По поводу проемов, почему мы так сделали? Ну, наверное, неспроста. Неспроста мы все это сделали. Почему именно там, почему именно тут, почему не там и тут ровненько? Ну, наверное, это все неспроста. Так задумано, наверное. А если кому не нравится, пусть строит себе сам, как хочет. А нам надо именно так. Так что, ребята, нам так надо. Ой, поставила прямо в печку пакет и подожгла. У сына вечером здесь солнышко, закат. На улице сегодня жара, теплотень. В помещении плюс 19. Хорошо, прохладненько. Ну-ка, сколько? Да, 19. Будем сегодня ночевать мы здесь. Так что сейчас вы увидите, как мы прикрутим. Получится красивенько стена. Ну так получается уже. Прикрутили. По низу прикрутили. Вот эту сейчас отпилила. Денис будет ее прикручивать. Здесь будет место для розетки. Вот нам еще нужно сюда тянуть. Отсюда провод. Здесь хоть есть место. Вот зазоры. Поэтому легко будет пропихнуть сюда провод. Вот двойная розеточка у нас здесь будет. Денис сделал крышку под пули. Я туда залезла, поползала по периметру, там посмотрела, все ли там в порядке. В порядке там все. Если кому интересно, я могу показать, все ли там в порядке или нет, залезть. Ну, я говорю, там все сухо, прохладно там. Согреваю Денису рожки. Сама уже поела капусточку. Еще на завтра себе оставила. Вот капусточка моя. С морковочкой. Всем доброе солнечное утречко. Мы уже проснулись, кофеек попили. И остался гипсокартон. Нужно доделать вот эту вот штучку. И вот эту вот. И будет все четенько. Осталось только убрать картон. Подмести и протереть немножко стены. Все, товарищи, мы заезжаем в свой домик. Заезжаем. Надо это тоже с райку тащить. И тоже здесь помою влажной тряпочкой. Это видео будет коротенькое. Сейчас Денис прикрутит. Крышку он сделал. Все четенько, крышка не ходит, ничего. Потом еще сделает крючочек специальный, я не смогу поднять. Специальный крючочек, чтобы было удобно открывать. Потом надо будет нам доделать откосы, подоконник. Вот,
Потом нужно будет доделать нам вот это вот все дело. Вот, уже сделал Денис. Вот. Все четенько. Теперь временно сейчас сделает подоконники здесь. Сделает вот подоконники из вот этой USB-шки. Сейчас отпилит. Что-то тут начертил себе план. Вот. Будет делать подоконник. Красота, красота. Я убираюсь потихоньку, все мою, перемываю, чищу, подоконники освобождаю. Сейчас он сделает нам подоконнички, вот какие они были, да, и покажу, какие будут. Ну, вот такие вот подоконнички у нас будут. Такие красивенькие Дениска сделал подоконнички. Вот, вырезал, да. Сейчас он их будет делать. Вот это, правда, он сказал, не так делается, а прямо от самого вот этого отрезается. Но он чуть-чуть подальше сделал. Вот, видите, подальше сделал. А вообще здесь идут откосы. И все это скрывается. Вот. Вот такие подоконнички будут. Нормально. И вот здесь у нас подоконничек будет. Вот. Не стали мы пошире делать, поскольку в дальнейшем у нас в планах лет через 100-500 купить сюда диванчик поставить. И если мы его поставим сюда, то он будет мешать подоконник. Вот. Поэтому мы решили так сделать. Если мне нужно будет пошире его сделать, я что-нибудь сюда положу, и будет у меня рассада стоять. Что-нибудь придумаем. Ну, пока вот так вот. И в планах, естественно, у нас кровать здесь наверху. Потолки, потому что позволяют. И рост у нас невысокий. А вот, и будем здесь спокойно ходить, у нас будет здесь такое помещение для нас, здесь буду я работать за компьютером, вот, Денис будет отдыхать за телевизором. Ну, а это мы зашивать пока не будем. Посчитала я, сюда уйдет у нас 6 листов, еще гипсокартона. Ну, вот так вот сейчас протираю стены от пыли, от гипса, вот, уже чистенькие, все, все хорошо. И помою полы. Будем заезжать. Денис делает подоконники. Ну, вот я прибралась уже. Стены помыты, полы помыты. Такой подоконничек Дениска мне сделал. Замечательный. Вот. Здесь, конечно, пошире. Хотя надо было, скорее всего, наверное, отрезать. Здесь же будет... Денис, здесь же будет стол. Чайничек поставила. Чаечек еще с прошлого года у нас. Ну, я сюда просто накладываю. Коробочка красивая, не стала выкидывать. Вот. Там у нас теперь чай хранится в этой коробочке красивой. Так, и вот еще сделал Денис один подоконник. Все, жестенько стоит. Жестко. 30 сантиметров, нормально. И вот еще один делать. На этом все. Буду с вами сегодня прощаться уже. Всем спасибо за просмотр. Всем отличного настроения. Всем мира, добра, благополучия. Не скупитесь на лайки, дизлайки. И всем до новых встреч. Пока-пока.